С 1 июля в расчетных листах за электроэнергию поднимутся расценки. В Челябинской области будет введена новая социальная норма потребления, которая составит 150 кВт-час на человека. Об этом сообщил глава округа Игорь Воинов. В связи с этим муниципалитет постарается снизить затраты населения. Социальная норма на потребление электроэнергии будет вводиться по всей стране с июля 2014 года. С этой даты субъект введет двойные тарифы по электроэнергии. По социальной норме и сверх нее. Размер социальной нормы будет определен до 1 марта. Тарифы должны быть утверждены до 1 июня 2014 года. К тому же будет минимизировано количество льготных категорий, то есть жители многоквартирных домов, оборудованных электроплитами, будут платить по общему тарифу. В связи с этим глава округа предложил поручить правовому управлению и юридическому отделу собрания депутатов выяснить, в какой стадии сегодня находится проект этого документа. Как правило, было принято решение такое на законодательном собрании Челябинской области. Важнейшие вопросы, которые интересы жителей области задевают, идет проект закона, идет на территории. Мы должны быть уже к нему готовы и высказать какую-то свою обоснованную, не эмоциональную, обоснованную расчетную точку зрения.